статье. Что-то давно, просто я нафидел, да, нарипался много, и потому забил на эту игру на некоторое время. Вот так убил Тукахаму сейчас. Вот так. Боги, это не указ для меня. Бегаю, короче, играю СРСом. Вообще, СРС у меня такое отношение, конечно, двойственное. Не самый сильный, как мне кажется, потому что, ну не знаю, со временем что ли урон проседает. Я в принципе, я вкачал каждую пассивку на урон приспешников уже, да, то есть, ну, очевидно, у меня 45 уровень, выполнил первую лабу, вкачал все на урон приспешника, вот две спектры тоже, две спектры у меня бегает. Вот такие микротранзакции. Я не знаю, я, короче, урона чар, он же не влияет на урон, ну, на урон от приспешников, потому я бегаю вот с кинжалом. Чисто резист на него накрафтил. Ну, чисто для блока. Чисто для блока. Ну, у меня вообще очень мало, то есть я особо не играл, вот, то есть у меня совсем. Я еще рипался там с некоторыми униками. Ну, вот, ну, то есть совсем у меня мало тут. Совсем мало. Убил только что Тукахаму. Прям только что вот. Душа Тукахамы. Младший бог. Надо посмотреть, может у меня джевелы есть какие-то. Джевелы, джевелы. Так. Я забыл сказать про самое главное. У меня урон хаосом есть. Я вот урон хаосом я дропал. Он у меня сейчас на спектрах стоит. То есть у меня спектры, по идее, хаосом бьют. Плюс у меня есть шлем на плюс один к камням приспешников. Вот у меня урон приспешников и СРС тут стоит. И еще физурон ближнего боя и раскатистый удар. Вот, 4 линк. Я понимаю, конечно, это такое себе, но большего себе не могу позволить, к сожалению. Я хочу потом урон хаосом поставить на СРС. Вот. Чтобы мне какой джевел? У меня нет особого джевела, кстати, какого-нибудь хорошего. Ладно, я не буду тогда. Ну вот у меня один джевел стоит, 14% дамага приспешника. Это который за квесты дают в пятом акте. Короче, я сейчас к ХП вот сюда буду. У дикаря ХП вкачивать. Ладно. Let's go дальше. Найдите рукопись Брикия на прибрежном острове. Можешь найти действительно? Где прибрежный остров? Я потому что я дальше и зарашил до Тукахамы. Прибрежный остров тут же, да? Прибрежный остров вот найти. Вообще мне нравится на самом деле то, что ну как бы после пятого акта, да, идут те же самые акты, просто другие, ну измененные. Вот это очень круто. Хардкор, хардкор, да, Харбрингер. Две спектры, голем. Кстати, голем у меня бессмертный. Каменный, то есть он ни разу не умирал, блять, они взрываются. Вот это фигово, кстати. Короче, я прошел первую лабу, и я выучил вот эту фигню. Находясь под действием ваших ауру, 20% резист, ну и урон приспешников, вот эта фигня. У меня одна аура, вот аура спасения от стихий. Вот у меня 75, 73, 75, то есть кап резисты, по сути, все. Вот. У меня колба от заморозки, вот это вообще очень важно. Я последний раз из-за заморозки рипнулся. Кстати. Меня бесит то, что они взрываются, вот эти педики. В принципе, урона вроде бы хватает. Вроде бы. Вроде как не сказать, что мало, да? 45 уровень. А, у меня еще вот амулет Ши. Амулет Ши. Тоже урон приспешников, резист к холоду дает. Ну, он такой для кача, то есть им, конечно, не вечно бегать с амулетом Ши. Блять, почему они взрываются? Я не помню, а что дают за этот квест? Реально я не помню. Я еще забываю подношение плоти.
И плюс у меня молния. Шаровая молния — это чисто накладывать шок на врагов. Спектры у меня такие себе. Что хреново, да? Когда ты спектр призываешь, и потом в игру входишь, то, ну, выходишь и опять входишь в игру, то спектры скидываются. То есть у меня спектры очень сильные были, но я лагаут делал просто. Так, Брикий. Что он мне даст? Твою мать. Я думал, он мне даст очко умений. Может быть, амулет какой-нибудь? Но я просяду по резистам, если амулет возьму. У меня минус резист к холоду будет просто. Может быть, пояс какой-нибудь. Пояс верности. А ну. Короче, зря я этот квест выполнил. Я просто... Я забыл, какая награда просто. Ладно. Гоу хребет тогда дальше. Это вот очень хреновые вот эти крабики ебучие. Просто я сейчас найду, что получше поднять. Предвестник. Предвестники, в принципе, тоже убиваются. Ну, как? Ну, убиваются. Убиваются. Я, короче, поднимаю вот такие колбы. Ой, то есть я поднимаю вот такие айтемы, где три разноцветных линки связаны. За это дают цветастик. Помню, я фидел вот от такой хуйни. Я, кажется, играл... Вот, лучников. Я люблю лучников поднимать. Ну, дальников каких-нибудь. Я помню, я играл вихрем, что ли, и сфидел вот от такой херни. Вот эти ледышки подо мной взорвались. Я почему-то их не задоджил. Колба у меня одна на ускорение, две на ХП. Еще 100% увеличение уклонения и на ману. Но, в принципе, реген маны у меня дикий, потому не сказать, что это особо нужно. Вот, я люблю спектры дальников, чтобы они издалека стояли, стреляли. И, ну, либо каких-нибудь камней, големов, статуи, да, что-то такое живучее. Либо танков, либо стрелков. Жаль, я проебал, у меня очень крутые спектры были, я хотел бы их показать. Из 5-го акта. Кстати, я забыл, надо повесить еще на подношение плоти продолжительность эффекта, чтобы дольше действовал. А то реально по-лоховски как-то получается. Да, тоже вот я напоминаю, что урон от чар не действует. То есть урон от чар он никак СРС не усиливает. Вот. То есть не имеет значения, по сути, с каким-то оружием бегать. Да, то есть там урон от чар он не усилит все равно. Вот. Не помню эту локацию. Не уверен, куда тут бежать. Секунду. Все, я просто проверял, идет запись или нет. Не должно быть заметно. Я недавно просто цветных сфер очень круто потратил, сотку где-то. И все равно не сделал нужные цвета. Ух, ебать. Нифига, это уникальный моб. Алло. Алло. Алло, ебать. Это уникальный моб. Нифига. Лагает еще на нем. Проворный уродец. Я терпеть не могу уникальных вот этих. Ну и просто я не знаю, что от них ожидать. Вдруг убьют еще. Кстати, у меня 36% брони и 21% уклонения. У меня, кстати, броня еще, когда я на месте стою, от тукахама, вот от этого. А так у меня 30% брони. Вообще для ведьмы это много, на самом деле.
Как мне кажется, для ведьмы это нормально, 30% брони. Для дикаря, для какого-нибудь среднее, а для ведьмы, ну, прям много. Я, конечно, не собираюсь как дикарь прям в доспехах бегать, но все равно. Силай уже не актуален, так что через хп, через хп. Вот эти шаровые молнии можно пускать, это чисто шок наложить на врага. Вилмар. Я постоянно вот забываю этот шок юзать, кстати. Посетите арену Вилмара сейчас, надо зайти. Вообще мало. Мало линк, я бы еще эхо-чар, надо еще эхо-чар урон хаосом ставить на СРС, но у меня линка нет просто. Нет столько линк. У, не, ни, хри, ни хрена он с дружками со своими. Ну, в принципе, достаточно быстро. Я еще могу свою убежку показать, если не забуду, да, потом убежку покажу. Я чисто до следующего портала просто добегу сейчас. Я не уверен, где он точно, так что... Покажу убежку, у меня там тоже микротранзакции. Убежку изменили в падении Ариата. То есть там чуть поудобнее теперь вот эти станки все располагаются. Я, короче, следующим тюремное подземелье. Я следующим вкачаю, ну, когда вторую лабу пройду, я вкачаю пассивку, которая позволяет вот этим вот подношениям на тебя действовать. Сейчас покажу. Вот. Ваши подношения действуют на вас. Вот эту фигню. А потом не знаю, что качать. Потом посмотрим. Вот он, портал. Так, убежище. Конечно, Занны не хватает. Ну, вот такое. Сейчас я... Убежище. Вот. Надгробия всякие есть. О, я придумал, что можно сделать. А ну-ка. Как вот этого... А ну-ка. Бля. О, вот так. Типа такое надгробие стоит. Твою мать, у меня же надгробие... Не-не-не-не-не, я ошибся. Я ошибся. Точно, у меня... Вот, у меня, короче, четко, у меня все станки вот тут стоят. То есть в рядок, то есть удобно. Это получается убежище Эльпидона. Не знаю, у меня Эльпидон чаще всего встречался. Просто у Эльпидона очень хорошие квесты. Их удобно, ну как мне кажется, да, очень хорошие. Их удобно всегда выполнять. Броню, наверное, можно было бы и сменить, кстати. Что, ну вот, например, вот какую-нибудь вот такую. Бригандина всадника. Ну это ладно. Это может и подождать. Заночки сюда не хватает. Кстати, у меня статов хватает, я могу любой камень одеть. Вот тут какой захочу. Вот. Вот этот вот кристалл, это у меня из коробки, из микротранзакции вот был. Кажется, из коробки хаоса и вот этой фигни. Из коробки порядка. Из коробки порядка вот это. Ой, я вспомнил, что еще надо. Я понял, что еще я хочу сюда. Вот так.
Я, короче, объясню. У меня на стандарте, просто я со стандарта, да, я ничего не снимал. Потому у меня на стандарте, вот у меня до хрена всего, но это на стандарте просто многое стоит. Вот это вот. У меня золотая статуя есть, ни хрена себе. А ну-ка. Я даже не знал, что у меня это есть. Вот как-то так. Не знаю, стильно это или нет, но как-то так. У меня еще как в Dark Souls все мечи воткнуты в портал. Ну, типа Bonfire.